Всем добрый день! Сегодня хочу начать обзор уже начавшихся цветущих своих гортензий. Это у меня лилейники цветут. Вот такие красавчики. Тут у меня ранний лилейник и вот такой вот махровенький. Мой Миваки. Уже пора стричь опять. Это моя малышка Поли Стар. Она очень рано зацвела, видите, уже старые соцветия. Такая небольшая розовиночка, потому что цвела она в самую жару. Вот. Здесь у меня, значит, еще есть Petit Cherry. Это череночек прошлогодний. Набирает бутончики. Вот так вытянулась, ну, наверное, здесь потому что мало света. Ну, в принципе, вот она сантиметров 50. Такие вот красавчики-малыши у меня сидят вот в этой клумбочке. Это гортензия граффити. Первое соцветие. Вот такое вот огромное. Я измеряла. Вот высота вот этого побега 76 сантиметров. Он самый высокий. И шапка 40 сантиметров. Вот такая вот. Красавица, большой цветок, а сам по себе, вот посмотрите, уже раскрывается внутри маленький вот этот вот цветочек, начинается, вот, простите, розовиночка вот такая вот, вот и второе соцветие пошло уже, вот видите, по низу такая розовиночка пошла небольшая, вот. Все соцветия, у меня здесь 6 соцветий, и все они вот так вот на бутончиках. Вот эти два уже начинают раскрываться, и вот еще 3, одно прям уже большое раскрывшееся. Моя Лила. Вот здесь у меня Skyfall. Вот первое соцветие начало раскрываться. Я показывала, как я его нормировала после заморозков. Кстати, у меня все гортензии пострадали от возвратных заморозков. Я живу в Самарской области, село Зеленовка, в 7 километрах от Тольятти. И у нас были трехнедельные заморозки в мае. Как я не укрывала, все равно они пострадали, начали махриться. Вот я оставила здесь 6 побегов. 6, 7. Все на бутонах. Вот. Смотрите, вот эти вот еще. А вот эти уже характерный признак. Он свой проявляет. И в том году тоже проявлял. Вот, посмотрите, какой цветочек красивый. Вообще, я обалдею от них. Тоже большая шапка, видите, еще вот не раскрывшаяся. И вот почти две мои ладони. Вот такая красотка раскрывается. Вот вначале она вот такая вот лаймовая немножко. И потом вот такая вот какая-то молочная такая становится. Красоточка. Прям Skyfall. Это у меня самарская Лидия. Она очень пострадала от заморозков. Вот я ей оставила. Так, видно мою тень. Побеги. Вот этот побег у меня сохранился изначально, который она выдала. Вот он, видите, какой начинает распускаться. Вот посмотрите, какая красота. Просто вот этот вот сейчас краешек уже с розовинкой. Это просто великолепие. Самарская Лидия, это вот красоточка. Вот посмотрите, какой листик. Кстати, вот в открытом грунте чистый листочек. Вот посмотрите, вот на этих уже началась вот эта вот каемочка, характерная этому сорту. Вот видите, она какая аккуратненькая, такая бордовенькая каемочка. На остальных еще пока вот нету. Но пока вот одно соцветие, возможно, завяжет еще и вот на остальных. Это у меня Summer Snow. В том году так шикарно цвел. В этом году, посмотрите, какие побеги он выдал. О, в палец просто почти. Очень мощные побеги. Но пока вот соцветий, вот даже закладки бутончиков, вот, наверное, они где-то там есть, но пока еще даже не-не. Это моя незнакомочка. Черенок мой из почки прошлогодний. Здесь вот закладывают бутончики.
В этом году столько живности, кошмар какой-то. Вот закладывают бутончики. Я оставляла 3 побега, но вот она выпустила еще дополнительные ветвления. Здесь у меня растет аннабелька. Ну, здесь 2 сорта. Здесь аннабель, видимо, и стронг аннабель. Такие шапки уже тоже отцветают. Классный куст. Вот смотрите, вот это. И вот это. Это один сорт. Но с этой почему-то у меня... Она у меня пильчатая. Видели когда-нибудь древовидную гортензию пильчатую? Вот, пожалуйста. Вот от нее... И в том году я думала, ну, может быть, заморозками или еще что-то, ну, произошло. Но в этом году она выдает вот то же самое. Видите, какая? Я не знаю, что с ней. Но, в общем, мне нравится. Здесь много-много пчелок. Вот. Вот такая. И вот там вот от нее в конце, в самом маленький побежек, и тоже такое. Вот это вот другая. У них даже лист разный. Вот видите? Немножко начал подхлораживать, но я уже подкормила. И низ уже приобрел зелененький такой окрас. Вот это два одинаковых кустика. Они не... Ну, вот один вот цветет. Были огромные шапки, большие вот такие. Вот, белоснежные. Но то еще не цветет. Моя елочка. Вот здесь у меня спирея. Вот здесь у меня Вимс Ред. Это один из первых кустов, появившихся. Кстати, вот все гортензии, которые у меня вот высажены, это в прошлом году я высаживала перезимовавшими черенками. Вот это я покупала в 3-литровом горшке. В 22-м году в осень я высаживала. В том году осенью я пересадила, потому что там он меня тоже не цвел. Но ее прям шарашит заморозками. Она уже второй год мне выдает вот такие вот толстенные побеги, но не цветет. Я не знаю, что с ней, что ей не нравится. Вот это у меня пастель грин. В том году шикарно цвел. Везде набрал бутоны. Вот. Но пока еще не раскрывается. Здесь у меня Magical Fire. Кстати, закладывает бутончики. Я думала, он у меня вымерся вообще, но выдал вот 3 вот таких хороших стебелька. Вот, побега. Вот такие вот хорошие побеги. Возможно, успеет процвести, но не факт. Вот здесь у меня малышка конфетти. Вот здесь еще только заложены бутончики. Все, они начинают. Вот здесь у меня сломался. А вот здесь вот открылась она. Посмотрите, какая она нежная прям. Нежнятина. Вот начинает появляться розовиночка. Она недавно раскрылась. Вот видите, какая. Прям мотылечек. У меня, кстати, вот этот ряд весь мотыльковый. А вот это вот Early Sensation. Тоже нету бутонов, кстати. Но черенки, которые я брала с них, они цветут. Ну, хотя бы на них. Я посмотрела свои соцветия, какие они должны быть. Вот такая вот красота. Уже пора стричь. У нас сейчас идут дожди, пора стричь газон уже опять. Раз в неделю стригу. А вот. А здесь, сейчас еще одно покажу. Здесь вот у меня малышка Бобо, которая страдает каждый год. Вот в этом году осталось 2 соцветия. Ее выламывает моя собака то дети и мечом. Ну вот, набирает бутончики. Здесь у меня, господи, Strawberry Blossom, но тоже на бутонах. Но пока еще не раскрывается, но она сама по себе поздняя. Ну, хорошие побеги вот выдала. И вот здесь у меня ванила фрайс. Выдала хорошие, тоже подмерзла. Выдала хорошие побежки. Ну вот, бутончики есть, но еще не раскрывается. Как бы здесь вот не сломали бутончик. Тоже как-то отломился. У меня очень ветреный участок. Вот эта часть вся просто. А вот это вот грандифлора. Даже наклонился вот. Видите, в наклон стоит вот этот вот. Моя опора, все у меня. Вы посмотрите, какие просто невероятные. Вот это вот одно соцветие. Вот с этой стороны, главное, распустился.
А с этой стороны еще только-только распускается. И вот здесь, вот посмотрите, какая она красивая, такая ажурная грандифлора. Я не знаю, она прям очень красивая. Не вижу, что снимаю, но она такого, она раскрывается, и она...